Всем привет! В этом видео я вам покажу, как крючком можно связать узор с косами. Вот такой узор я использовала при вязании джемпера. Поглядите, как это очень красиво смотрится. Но также под этим видео в описании вы найдете ссылки на другие мастер-классы по вязанию кос крючком. Можно связать вот такую горизонтальную объемную косу, а можно связать косы, как я использовала в детском жилете. Вот они. В общем, все ссылочки в описании, если что. Ну а мы продолжаем. При вязании узора я использовала две схемы. Вот эту схему для большой косы и вот эту для маленьких. Как всегда, схемы я выложу в группу ВКонтакте в Одноклассники. Ну а вот так я расположила косы на полочке своего джемпера. Числами я обозначила количество петель, которые понадобятся. Всего в своем джемпере я использовала 3 большие косы. Вот они. И 4 малые косы. Расположение кос, сколько петель между косами, также вы можете выбрать произвольно. По краям у меня 11 петель. На маленькие косы нам понадобится 3 петли. 5 петель между косами, для большой косы 10 петель, опять между косами 5 петель и на маленькую косу 3 петли. Вот на таком образце я покажу, как вязать косы. На самом деле их вязать очень просто и не стоит этого бояться. По краям у меня будет по 6 петель вместо 11, все остальное не меняется. По этой схеме очень удобно набирать косы, то есть сначала мы набираем 6 петель для края, затем 3 петли для малой косы, 5 петель набираем для расстояния между косами и так далее. Итак, вначале делаем первую рабочую петлю. Крючок и пряжу можете взять любую. Теперь набираем 6 петель для края. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 3 петли для малой косы и 5 петель для расстояния между кос. Для малой косы 1, 2, 3 и 5 петель – это расстояние между большой косой и малой. 1, 2, 3, 4, 5. Затем набираем 10 петель для большой косы. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и в обратном порядке. 5 петель набираем для расстояния между кос. 1, 2, 3, 4, 5. Затем идет малая коса, это 3 петли. 1, 2, 3. Ну и по бокам у нас 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все? Вот такая цепочка из воздушных петель у нас с вами должна получиться. Вяжем первый ряд. В первую петлю мы ничего не вяжем, начинаем вязание со второй петельки. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Заводим крючок в отмеченную петлю. Она, кстати, 5-я от крючка. И начинаем с нее. Провязываем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Поглядите. В каждую петлю заводим крючок и провязываем один столбик с одним накидом. Так. Накид, заводим крючок, провязываем один столбик с одним накидом. Ну, в принципе, тут ничего сложного нету. Нам нужно так обвязать всю цепочку в первом ряду до конца.
Первый ряд состоит только из столбиков с одним накидом. Давайте поставим на паузу видео и провяжем весь этот ряд до конца. Поглядите, что должно получиться. Вот, первый ряд провязан. Вяжем второй ряд. В начале ряда вместо первого столбика делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. Начинаем вязать с вершинки второго столбика. Еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Как вы помните, по краям у нас по 6 петель, вместо первого столбика 3 воздушные петли подъема. Далее идет малая коса. Она состоит из 3 лицевых рельефных столбиков. Делаем накид на крючке. Снизу пропускаем 1 столбик. Находим 2 столбик и провязываем лицевой рельефный столбик с одним накидом. Накид. Еще раз заводим крючок за стенку и провязываем лицевой рельефный столбик. Вот мы 2 столбика провязали. Остается 3 столбик. Для этого делаем 2 накида на крючке. 1, 2. Находим тот столбик, который мы с вами пропустили. Первый. Вот он. И за его стенку провязываем лицевой рельефный столбик с 2 накидами. 1, 2. Довязываем. Вот мы с вами провязали малую косу. Поглядите. Вяжется очень просто. Между малой косой и большой у нас 5 столбиков с накидом. Накид, начиная с первой петли, заводим крючок и провязываем по 1 столбику, самому обычному столбику с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, так, нам остается провязать еще 1 столбик. Накид, 5 столбиков с одним накидом. Далее приступаем к вязанию большой косы. Это 10 рельефных столбиков. Делаем 4 накида на крючке. 4. Теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель пропускаем. Находим 6 столбик. И начиная с него провязываем лицевой рельефный столбик с 4 накидами. Провязываем каждый накид. Вот как должно получиться, поглядите. Далее вяжем. На крючке снова делаем 4 накида. 1, 2, 3, 4. Заводим крючок за стенку. И провязываем первый накид, второй, третий, четвертый, довязываем столбик. Еще раз повторяем то же самое. 1, 2, 3, 4 накида. Заводим крючок за стенку и провязываем первый накид, второй, третий, четвертый, довязываем лицевой рельефный столбик. Вот что у нас с вами должно получиться. Еще дважды так делаем. 1 накид, 2, 3, 4. Заводим за стенку следующего столбика. Провязываем первый накид, второй, третий, четвертый. Довязываем. И еще раз. 1, 2, 3,
4. За стенку заводим крючок и провязываем лицевой рельефный столбик с 4 накидами. Вот, всего таких столбиков должно быть 5. Пересчитайте. Но большую косу мы с вами еще не довязали. Будем вязать в предыдущие столбики, которые мы с вами пропустили. Также делаем 4 накида на крючке. 1, 2, 3, 4. Находим самый первый столбик, который мы с вами пропустили. Вот он. За его стенку заводим крючок и провязываем. 4 накида. Лицевой рельефный столбик с 4 накидами. Как их вязать, мы с вами уже знаем. И вот так должно перекрещиваться у нас. Глядите. Далее делаем опять 4 накида. 1, 2, 3, 4. Находим следующий столбик, второй из 5. За его стенку провязываем опять лицевой рельефный столбик. Каждый накид аккуратненько провязываем. Вот у нас уже 2 столбика из 5 готовы. Вяжем третий столбик. 1, 2, 3, 4. Находим третий наш столбик пропущенный. Вот он. Заводим за стенку крючок и провязываем 4 накида. 1, 2, 3, 4. Довязываем. Так. Этот ряд очень важный, поэтому показываю медленно и надеюсь, что вы за мной успеваете. 4 накида. 1, 2, 3, 4. Находим еще один столбик. Вот у меня всего 2 столбика осталось. У вас тоже должно быть 2 столбика. За первый столбик из 2 завожу крючок. Провязываю 4 накида. Довязываю столбик. И еще раз. 1, 2, 3, 4. Нахожу оставшийся столбик. Вот он. За его стеночку заводим крючок. 1 столбик всего остался. Провязываем 4 накида. 1, 2, 3, 4. И довязываем. Все. Большую косу мы с вами довязали. Вроде казалось сложно, на самом деле все несложно. Между большой и малой у нас 5 столбиков с накидом. Итак, начиная с самой первой петельки, вот она, провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И еще один. 5 столбиков с накидом. Поглядите. Затем у нас идет малая коса. Это 3 рельефных столбика. Вот точно так же, как мы вязали. По этому же принципу и вяжем. Накид. Первый столбик мы пропускаем. За стенку второго столбика заводим крючок и провязываем лицевой рельефный столбик. Еще раз. Накид. Заводим крючок за третий столбик. Провязываем лицевой рельефный столбик. 2 накида на крючке. Находим первую петлю, первый столбик, который мы пропустили, и за его стенку провязываем лицевой рельефный столбик, но уже с 2 накидами. Все. Осталось только довязать наш
ряд. Для этого нам нужно провязать 6 столбиков с одним накидом. Накид, заводим крючок за обе стенки, вершинку столбика предыдущего ряда и провязываем по одному столбику с одним накидом в каждую петлю. Так, 4 столбика я провязала. Вот 5-й столбик, но 6-й вяжем в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Все. Вот теперь 2-й ряд готов. Он, кстати, у нас будет лицевым. Это наш лицевой ряд. 3-й ряд будет изнаночным. 3 воздушные петли подъема в начале ряда, поворачиваем изделие и провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. Накид, заводим крючок в вершинку 2-го столбика предыдущего ряда и, начиная с него, провязываем по одному столбику с одним накидом в каждую петлю. Накид, заводим крючок, провязываем столбик с накидом. Накид, заводим крючок, провязываем столбик с накидом. Все, мы дошли до малой косы. Будем вязать ее изнаночными рельефными столбиками. 3 столбика. Накид, заводим крючок сзади, прямо в том порядке, в котором они сейчас провязаны. И провязываем изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Накид, заводим крючок за следующий столбик, провязываем изнаночный столбик с одним накидом. И еще раз накид, заводим крючок за 3-й столбик, провязываем изнаночный столбик с одним накидом. С изнанки это выглядит так, а с лицевой стороны вот как. Поглядите, косичка сразу стала такой объемной, ровненькой. Ну и давайте продолжим вязание. Делаем 5 столбиков с одним накидом. Накид. Провязываем самые обычные столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И вот мы дошли до нашей большой косы. Но вяжется с изнанки она намного проще. Это просто 10 изнаночных рельефных столбиков. Но нужно вязать в той последовательности, в которой эти столбики расположены. Вот накид, вяжем изнаночный рельефный столбик за эту стенку, накид, заводим крючок за стенку следующего столбика, провязываем изнаночный рельефный столбик, накид, сзади заводим крючок. И вот здесь важно, чтобы именно в правильном порядке вы их обвязали, ничего не пропустили, не перекрутили. Накид, заводим крючок за стеночку и провязываем изнаночный рельефный столбик. 5 провязали, еще 5. Накид, вот здесь, немножко изнутри, заводим крючок и провязываем изнаночный столбик. Накид, заводим крючок за стенку и провязываем 2-й столбик. Накид. 3-й столбик, все столбики с одним накидом, накид, 4-й столбик, накид, финальный наш 5-й столбик. Вот как с изнанки это выглядит, немножко коряво, не пугайтесь. Далее давайте сделаем 5 столбиков с накидом между косами и уже поглядим на лицевую нашу сторону.
5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Так, это изнанка. А вот наша лицевая сторона. Посмотрите, как изменилась большая коса. Такая красивая уже стала. Давайте довяжем этот ряд. Сейчас мы вяжем малую косу. Накид, заводим крючок сзади и провязываем изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Накид, заводим крючок за следующий столбик. Вот опять-таки говорю, обязательно нужно в том порядке их провязывать, в котором они уже расположены. Провязываем 3 изнаночных рельефных столбика и в конце заканчиваем столбиками с накидом. 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заводим крючок в третью воздушную петлю подъема и провязываем 6-й столбик. Ну вот и все. 3-й ряд у нас готов. Вяжем следующий ряд лицевой. Вот как у нас сейчас выглядит лицевая сторона. Поправим ее аккуратненько, все косички расправим, чтобы у нас было красиво. Ну что, вяжем лицевую сторону. Вначале делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И еще 5 столбиков с одним накидом. Накид, заводим крючок в вершинку 2-го столбика предыдущего ряда и провязываем в каждую петлю по 1 столбику с одним накидом. Так. И вот мы дошли до малой косы. А ее мы вяжем сейчас точно так же, как и во 2-м ряду. Давайте вспоминайте. Накид. Находим 2-й столбик из 3-х и провязываем лицевой рельефный столбик. Накид, находим 3-й столбик из 3-х, провязываем лицевой столбик с накидом. 2 накида на крючке, находим 1-й столбик и провязываем лицевой рельефный столбик, но уже с 2 накидами. Вот. Закрутилась наша косичка. Далее делаем 5 столбиков с одним накидом. Накид, заводим крючок в петлю и провязываем по 1 столбику в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. И вот мы с вами подошли к большой косе. В этом ряду косу вяжем так. Это просто 10 столбиков, 10 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Накид, провязываем лицевой рельефный столбик. Накид, лицевой рельефный столбик. Учитывая, что мы с вами провязали изнанку и выровняли столбики, да, выровняли вязание, то сейчас вязать очень просто. За каждую стеночку провязываем по 1 лицевому рельефному столбику. Всего таких столбиков 5. И обратите внимание, малую косу мы вяжем как 2-й ряд,
А большую косу вяжем иначе, просто 10 лицевых рельефных столбиков. Вот. Сейчас должно что получиться. После большой косы делаем 5 столбиков с одним накидом. Накид. Заводим крючок за обе стенки и провязываем. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мы подошли к нашей малой косе. Как ее вязать, вы уже знаете. Мы уже провязали. Итак, накид. Первый столбик мы пропускаем. Заводим крючок за второй столбик и провязываем первый лицевой рельефный столбик. Затем заводим крючок за третий столбик, провязываем второй лицевой рельефный столбик. Два накида на крючке. Заводим крючок за первый столбик и провязываем лицевой рельефный столбик, но уже с двумя накидами. Вот какой он у нас ряд получается. Довязываем ряд. Провязываем 6 столбиков с одним накидом. Самых простых столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Напишите, кстати, успеваете ли вы за мной вязать или периодически нажимаете на паузу. Можете дать какой-нибудь совет, чтобы следующее видео было еще лучше. Ну а ряд наш готов. 4 ряда мы с вами провязали. Вяжем 5-й ряд. В общем, раскрою секрет. Все изнаночные ряды вяжутся одинаково. 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание и провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. Далее делаем 3 изнаночных рельефных столбика, как мы делали это в третьем ряду. 1 накид, заводим крючок за стенку, провязываем второй изнаночный рельефный столбик, накид, заводим крючок за стенку, провязываем третий изнаночный рельефный столбик. Затем 5 столбиков с одним накидом между косами. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Как я уже сказала, все изнаночные ряды вяжутся одинаково. Но давайте поглядим с лицевой стороны, как наши изнаночные ряды меняют. Поглядите, косичка становится такой уже очень-очень красивой, выравнивается. Давайте провяжем сейчас большую косу. Как ее вязать, вы также знаете. Это 10 изнаночных рельефных столбика с одним накидом. Делаем накид на крючке. Заводим крючок сзади за стенку. И провязываем изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Всего таких столбиков должно быть 10. Но тут мы не запутаемся. Можно даже не пересчитывать. Так, накид. Заводим крючок с изнанки. И провязываем изнаночный рельефный столбик. Вот осталось совсем немножко. И довязываем
нашу большую косу, объемную такую красивую косу. Все, последний столбик. Вот он. Ну, с изнанки не очень красиво, конечно. А вот с лицевой стороны уже намного лучше. Потом вот так немножко растяните вязание, потому что, когда мы вяжем рельефный столбик, оно немножко сжимается. Так, после большой косы у нас идут 5 столбиков с одним накидом. 5 самых обычных столбиков с одним накидом. И доходим так до малой косы. Малая коса – это 3 изнаночных рельефных столбика. Накид, заводим крючок и провязываем столбик. Накид, заводим крючок с изнанки, провязываем второй изнаночный рельефный столбик. И еще один раз. Накид, заводим крючок и провязываем третий изнаночный рельефный столбик. Заканчиваем ряд, довязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью воздушную петлю подъема заводим крючок, провязываем крайний 6-й столбик. Все, этот ряд у нас готов. Вот так я говорю, немножко растягивайте ряды. Давайте поглядим, как же выглядит этот ряд с лицевой стороны. Вот он. Вяжем новый ряд. 6-й ряд. В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И еще 5 столбиков с одним накидом. Заводим крючок в вершинку второго столбика предыдущего ряда. И начиная с него провязываем по одному столбику с одним накидом каждую петлю. И так довязываем до малой косички. Вот она, наша малая косичка. Вяжется она точно так же, как и во втором ряду, и как в четвертом. Накид, заводим крючок за стенку второго столбика. Накид, заводим крючок за стенку третьего столбика. Теперь 2 накида на крючке. Заводим крючок за стенку первого столбика и провязываем лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. Накид, заводим крючок за обе стеночки и провязываем 5 столбиков с одним накидом. Довязываем так до большой косы. И вот теперь у нас большую косу мы будем вязать так, как вязали во втором ряду, делая рельефные столбики с 4 накидами. Готовы? Приступаем. 1, 2, 3, 4. Находим 6-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заводим крючок за стенку 6-го столбика и, начиная с него, провязываем лицевой рельефный столбик с 4 накидами. Вот он. 1, 2, 3, 4. Заводим крючок за следующий, это 2-й из 5. Столбика, провязываем 4 накида, довязываем. 1, 2, 3,
4. Заводим крючок. За третий из 5 столбиков провязываем. 1, 2, 3, 4 накида. Довязываем. Снова 4 накида на крючке. Заводим крючок за стеночку столбика. Провязываем 4 накида и довязываем столбик с 4 накидами. Снова делаем 4 накида на крючке и провязываем еще один лицевой рельефный столбик с 4 накидами. Вот 5 столбиков из 10 мы с вами провязали. Поглядите, вяжем еще 5. 4 накида на крючке. 1, 2, 3, 4. Находим самый первый столбик. Вот он. И за его стенку провязываем лицевой рельефный столбик. Так. Повторяем так еще раз. 4 накида на крючке. 1, 2, 3, 4. Находим второй столбик. За его стенку заводим крючок, провязываем 4 накида, довязываем. Снова 4 накида, находим третий столбик, провязываем лицевой рельефный столбик с 4 накидами. Так. Снова 4 накида. 1, 2, 3, 4. Находим четвертый столбик. Заводим крючок и провязываем 4 накида. 4 накида на крючке. Находим последний, 5-й столбик. Провязываем за его стенку 4 накида. Довязываем столбик. Ну и все. Поглядите. Большую косу мы с вами провязали. Остается только сделать 5 столбиков с накидом и малую косу. Вот они, 5 столбиков с накидом. Вообще вязать косы крючком очень удобно. Достаточно легко. Вы можете самостоятельно менять ширину косы. Вот у меня здесь 10 петель в косичке. Можно сделать 8 петель. Можно сделать 12 петель. Коса будет намного шире. Так, пока я болтала, я уже дошла до малой косички. Делаем 2 лицевых рельефных столбика за 2-й и 3-й столбики. И 1 лицевой рельефный столбик с 2 накидами за стенку 1-го столбика. Вот, малая косичка у нас тоже провязана, но и остается нам провязать только 6 столбиков с накидом в конце ряда. Но еще я хотела дополнить, что этот узор можно вязать не только из такой вот акриловой объемной пряжи. Можно брать и более тонкую пряжу. Очень интересно смотрится, и косы получаются великолепными. Поэтому экспериментируйте, не бойтесь. Я беру объемную пряжу для того, чтобы легче было вам показывать. А вообще можете брать любую пряжу. Итак, 6 столбиков я провязала, ряд готов. Ну а следующий ряд изнаночный, я уверена, что с ним вы справитесь. И в итоге у нас получится вот такая красота. Я надеюсь, что вам все понятно. Если что, пишите вопросы, я на них всегда отвечаю. И обязательно примените этот узор. Свяжите для себя один, а может быть и несколько таких интересных джемперов. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!